Пожалуйста, Наталья Чебранова, слово. Уважаемый суд, зарегистрированный кандидат на должность губернатора Кировской области Мамаев Сергей Павлинович реализовал свое право на назначение одного члена избирательной комиссии Кировской области и назначил члена избирательной комиссии Кировской области с правом совещательного голоса Долгих Антона Витальевича. 8 сентября 2014 года избирательная комиссия Кировской области приняла оспариваемое постановление, которое, на мой взгляд, является незаконным, вынесено с превышением полномочий. Постановление об отстранении от дальнейшей работы в избирательной комиссии области 16 часов 25 минут члена избирательной комиссии Кировской области Долгих Антона Витальевича. В дальнейшем, видимо, осознавая, что постановление является незаконным, но не понимая еще до конца сути происходящего, не понимая, что постановление подлежит отмене, избирательная комиссия внесла изменения в оспариваемое постановление, о чем лично мне стало известно вчера. Я не был извещен как член избирательной комиссии Кировской области, действующий о предстоящем 11 сентября 2014 года заседании, и было принято постановление о внесении изменений в оспариваемое постановление. В соответствии с постановлением о внесении изменений в оспариваемое постановление, в настоящее время текст оспариваемого постановления, части отстранения от работы, звучит следующим образом. Отстранить члена избирательной комиссии Кировской области с правом совещательного голоса Долгих А.В., назначенного кандидатом на должность губернатора Кировской области Мамаевым, от участия в заседании избирательной комиссии области, запятая, назначенного на 8 сентября 2014 года. Уважаемый суд, обращаю ваше внимание на следующий момент. Данное постановление указано, что необходимо отстранить члена, назначенного кандидатом, и далее через запятую «назначенного на 8 сентября». Определение «назначенный» указано именно вот в такой форме. «Назначенного на» и далее 8 сентября 2014 года. Таким образом, нет никакого смысла вот в этой фразе, никакого юридического смысла во фразе, которая уже с учетом изменений звучит, о том, что член избирательной комиссии Кировской области с правом совещательного голоса Долгих отстранен от участия в заседании, назначенный на 8 сентября 2014 года. Таким образом, я считаю, что данное постановление о внесении изменений в оспариваемое постановление, оно не несет никакого юридического смысла. В любом случае, оспариваемое постановление действует. В любом случае, избирательная комиссия Кировской области, на наш взгляд, приняла решение, которое выходит за рамки полномочий избирательной комиссии Кировской области. Избирательная комиссия любого уровня не имеет полномочий ни отстранять от дальнейшей работы члена избирательной комиссии соответствующей, ни отстранять от участия в заседании избирательной комиссии члена избирательной комиссии соответствующего уровня. То есть, даже с учетом изменений, на наш взгляд, оспариваемое постановление является незаконным и нарушающим избирательные права, потому подлежит отмене. Что еще хотел бы отметить? 10 сентября 2014 года я, Долгих Антон Витальевич, назначен членом избирательной комиссии Кировской области с правом совещательного голоса избирательным объединением, Кировским областным отделением политической партии, Коммунистической партии Российской Федерации. И в настоящее время я в одном лице обладаю статусом двух членов избирательной комиссии Кировской области с правом совещательного голоса. Один член избирательной комиссии Кировской области с правом совещательного голоса назначен кандидатом на должность губернатора Кировской области Мамаевым. И в данный момент, я так понимаю, оспаривается избирательная комиссия. Именно об этом идет речь. А еще один член избирательной комиссии Кировской области с правом совещательного голоса Долгих Антон Витальевич назначен избирательным объединением. Совершенно на другом основании и в другом порядке. Поэтому по состоянию на 11 сентября 2014 года я в любом случае являлся действующим членом избирательной комиссии Кировской области. Я, Владимир Антон Витальевич, являлся действующим членом избирательной комиссии Кировской области с правом совещательного голоса и должен был быть извещен о предстоящем заседании, о предстоящем 11 числа заседании. Утверждение представителя избирательной комиссии, вчера которое прозвучало, о том, что это, оказывается, было возобновление заседания, которое было начато 8 сентября и было прервано по решению председателя комиссии.
оно, на мой взгляд, в данной ситуации не имеет никакого правового значения, потому что в любом случае член избирательной комиссии должен извещаться. Так гласит закон. Я не был извещен, не присутствовал на данном заседании. Поэтому я сейчас отвлекся от каких-то жалоб и вот обратился к изменениям, о которых мне стало известно только вчера. Но, уважаемый суд, я еще раз заявляю о том, что оспариваемое постановление является действующим, и несмотря на то, что внесены изменения, в любом случае затронуты как избирательные права кандидата на должность губернатора, которые позволяют ему назначать члена, и чтобы этот член в том числе участвовал в работе избирательной комиссии, а также реализовал другие права. Так вот, первый момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, уважаемый суд. Первое. В период с 8 по 11 сентября 2014 года член избирательной комиссии Кировской области с правом совещательного голоса Долгих Антон Витальевич был отстранен от дальнейшей работы избирательной комиссии области, согласно оспариваемому постановлению. И лишь с 11 числа, если признавать данные, если суд вдруг признает данные доказательства допустимым, хотя там нет печати, то есть только с 11 сентября 2014 года, согласно внесенным изменениям, данное постановление уже звучит в новой редакции. Поэтому прошу вас обратить внимание на этот момент. Кандидат Мамаев считает, что постановлением избирательной комиссии Кировской области нарушены его избирательные права. Он считает его незаконным и подлежащим отмене. Как третье лицо, я привлечен судом по части деле в качестве третьего лица, я точно так же считаю оспариваемое постановление незаконным, подлежащим отмене, а также нарушающим мои права как члена избирательной комиссии Кировской области с правом совещательного голоса. Что касается нарушения избирательных прав и прав члена избирательной комиссии Долгих. Значит, вследствие принятия и издания вот этого оспариваемого постановления 9 сентября 2014 года сотрудники полиции, ссылаясь на это оспариваемое постановление, демонстрируя его мне, отказались пропустить меня в избирательную комиссию Кировской области, место нахождения которой, согласно регламенту избирательной комиссии, является здание номер 69, дом номер 69, по улице Карла Липнихта, города Кирова. Избирательная комиссия занимает несколько помещений в данном здании. Один из них – это кабинет номер 101. Данное помещение определено помещением избирательной комиссии соответствующим постановлением. И иные помещения на втором этаже данного здания, которые переданы в оперативное управление избирательной комиссии Кировской области в установленном законном порядке. И они именно являются помещениями избирательной комиссии Кировской области, в том числе. В данных помещениях находится кабинет председателя избирательной комиссии Кировской области, кабинет секретаря избирательной комиссии Кировской области, кабинет, занимаемый работниками аппарата избирательной комиссии Кировской области и кабинет, занимаемый, определенный как кабинет для заместителя председателя избирательной комиссии Кировской области. То есть, уважаемый суд, я обращаю ваше внимание на то, что помещения, которые находятся на втором этаже, это не только помещение аппарата, но и помещение, которое занимает непосредственно избирательная комиссия Кировской области. И вот 9 сентября 2014 года сотрудники полиции не пропустили члена избирательной комиссии Кировской области Долгих Антона Витальевича с правом совещательного голоса в помещение избирательной комиссии. Таким образом, на мой взгляд, совершенно очевидно, что было совершено воспрепятствование осуществлению членом комиссии своих прав, реализации своих прав и осуществлению полномочий. И вызвано было вот это противодействие со стороны полиции, воспрепятствование исключительно оспариваемое постановление, потому что они его демонстрировали, они ссылались, это видно на видеозаписи, которую суд исследует. В период с 8 сентября 2014 года по настоящее время член избирательной комиссии Кировской области с правом совещательного голоса, назначенный кандидатом Мамаевым, обращаю ваше внимание, уважаемый суд, именно назначенный кандидатом Мамаевым, был лишен возможности принимать участие в работе комиссии, как в целом реализовывать свои права члена комиссии, так и принимать участие в заседаниях. Соответственно, данный член избирательной комиссии не извещался о предстоящих заседаниях. Как я уже отметил ранее, я, Владимир Антон Витальевич, был назначен членом избирательной комиссии Кировской области с правом совещательного голоса от избирательного объединения 10 сентября 2014 года. И до впервые уже как данный член с данным статусом я был извещен в заседании накануне, вчера. То есть до этого я не извещался ни как по всей держании один член, ни как другой член, потому что это разные все-таки статусы. Таким образом, нарушение избирательных прав и прав члена избирательной комиссии Кировской области с правом совещательного голоса Долгих Антона Витальевича, на мой взгляд, очевидно. Это
То, что я говорил до этого, касалось, собственно, обстоятельств. И почему я считаю, и кандидат Мамаев считает данное постановление незаконным. Теперь о правовой позиции. В соответствии с частью 20, статьи 29 Федерального закона ФЗ-67, уже все-таки я не буду все название произносить, их здесь их принято. Да. Кандидат со дня представления в избирательной комиссии документов для регистрации кандидата вправе назначить одного члена этой избирательной комиссии с правом совещательного голоса. Аналогичная норма содержится в законе Кировской области о выборах губернатора Кировской области. Таким образом, законом прямо установлено, закреплено право кандидата на назначение одного члена с правом совещательного голоса в каждую избирательную комиссию, в том числе в избирательную комиссию Кировской области. Это право данного кандидата. Кандидат, желая реализовать свое право назначить одного члена, назначил члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса других. А решение, оспариваемое решение, постановление от 8 сентября 2014 года, фактически этого права кандидата лишило. Таким образом, кандидат лишился своего представителя, члена избирательной комиссии Кировской области, на определенный период. По моему мнению, этот период составляет, то есть согласно оспариваемому постановлению, этот период составляет с 8 сентября 2014 года по настоящее время, ну, с учетом изменений, внесенных постановлением в текст оспариваемого постановления, данный период является аналогичным, лишь изменяется форма нарушения прав. То есть, согласно изменениям, якобы были нарушены права члена избирательной комиссии лишь в одном конкретном заседании избирательной комиссии, а далее они якобы не нарушаются. Хотя это не соответствует действительности. Никаких каких-либо уведомлений до 13 сентября 2014 года я не получал, и в любом случае 13 сентября 2014 года я по почте получил несколько писем, адресованных мне избирательной комиссией Кировской области, и в данных письмах содержались ответы на мои заявления как члена избирательной комиссии Кировской области права совещательного голоса, которые были поданы до 8 сентября 2014 года. Если я не ошибаюсь, 4 сентября 2014 года были поданы заявления, ответы на которые я получил. Те заявления, которые я сумел подать в период с 8 сентября 2014 года по настоящее время, по сей день остаются без ответа. Таким образом, тоже нарушаются права члена избирательной комиссии. Уважаемый суд, действующим законодательством Российской Федерации и Кировской области не предусмотрена возможность отстранения члена избирательной комиссии Кировской области с правом совещательного голоса от работы, в том числе от дальнейшей работы в избирательной комиссии Кировской области по решению избирательной комиссии Кировской области. Хочу добавить, что действующим законодательством Российской Федерации и Кировской области не предусмотрена также и возможность отстранения члена избирательной комиссии от участия в каком-то ни было заседании избирательной комиссии Кировской области. И напротив, законодательством, действующим законодательством установлено, что член комиссии как с правом решающего, так и с правом совещательного голоса заблаговременно извещаются о заседаниях комиссии, вправе принимать участие в работе комиссии, вправе задавать вопросы, знакомиться с документами, высказывать свою позицию и осуществлять ряд других прав члена избирательной комиссии. На мой взгляд, совершенно очевидно, что даже с учетом изменений, внесенных член избирательной комиссии Кировской области Долгих, был лишен данных прав, а, соответственно, были нарушены права, избирательные права кандидата Мамаева. Действующим законодательством Российской Федерации и Кировской области не предусмотрена возможность какого-либо ограничения также прав члена избирательной комиссии Кировской области с правом совещательного голоса, исключения члена избирательной комиссии Кировской области с правом совещательного голоса из состава избирательной комиссии или лишения в какой бы то ни было принудительной форме статуса члена избирательной комиссии Кировской области по решению избирательной комиссии Кировской области или третьих лиц. Действующее законодательство Российской Федерации и Кировской области предусматривает единственную возможность прекращения полномочий члена избирательной комиссии Кировской области с правом совещательного голоса по решению кандидата, назначившего такого члена избирательной комиссии Кировской области с правом совещательного голоса. Уважаемый суд, даже если бы кандидат Мамаев 11 сентября 2014 года отозвал назначенного им ранее члена избирательной комиссии Долгих и назначил другого члена избирательной комиссии, что он не подтверждает, а прямо заявляет обратное, что он не отзывал Долгих и не назначал другого члена, даже если бы данное событие имело место в действительности, то в любом случае оно не имело бы никакого отношения, как совершенно справедливо уже заметил уважаемый суд, к оспариваемому решению, потому что в период с 8 по 11 сентября 2014 года нарушение оспариваемого постановления действовало, оно действует и по сей день, и, соответственно, права, как избирательные права кандидата, так и права члена комиссии Долгих нарушались данным оспариваемым постановлением. И
В завершение хотел бы отметить, почему еще я считаю, кандидат Мамаев считает, оспариваем постановление, вынесенным с нарушением закона, а также принятым с превышением установленной компетенции и подлежащим отмене судом. Уважаемый суд, я не буду указывать нормы права, они указаны, данное дополнение уже приобщены к материалам дела. Впрочем, я сейчас еще дополнительно их приобщу, на всякий случай. В соответствии с федеральным законом, избирательная комиссия – это коллегиальный орган, формируемый в порядке и сроки, которые установлены законом, организующий, обеспечивающий подготовку и проведение выборов. В соответствии, опять же, с федеральным законом, комиссия обеспечивает реализацию и защиту избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, осуществляет подготовку и проведение выборов. В соответствии с пунктом 8 статьи 20 данного федерального закона, 67 физика, компетенция, полномочия и порядок деятельности избирательной комиссии субъектов Российской Федерации при подготовке и проведении выборов в органы государственной власти определяются и устанавливаются федеральным законом ФЗ-67, Конституцией Российской Федерации, уставом Кировской области и законами, соответствующими Кировской области. Я уже адаптировал данную норму под наш случай. То есть законодатель прямо определил, что компетенцию и полномочия определяет ряд нормативных правовых актов различного уровня, начиная от Конституции Российской Федерации и заканчивая законом Кировской области, Государственной комиссии Кировской области. В соответствии же с частью 2 статьи 1 закона Кировской области об избирательной комиссии Кировской области, избирательная комиссия области руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, постановлениями Конституционного суда Российской Федерации, уставом Кировской области, законами области и рядом других нормативных правовых актов. И самое важное, уважаемый суд, на мой взгляд, в данной части моего выступления, следующее. В соответствии с частью 1 статьи 3 закона Кировской области об избирательной Кировской области, избирательная комиссия Кировской области в пределах своей компетенции обеспечивает на территории Кировской области реализацию и защиту избирательных прав. А в соответствии с частью 1 статьи 9 данного закона, избирательная комиссия вправе рассмотреть на своем заседании любой вопрос, входящий в ее компетенцию, и принять решение в пределах полномочий, установленных федеральными законами, уставом области, настоящим законом. В соответствии с пунктом 11 статьи 20 Федерального закона 67 ФЗ, решение комиссии, противоречащее закону, либо принятое с превышением установленной компетенции, подлежит отмене судом. Уважаемый суд, законодатель, федеральный ли законодатель, орган или государственной власти законодательной Кировской области не наделил избирательную комиссию Кировской области полномочиями по отстранению от дальнейшей работы члена избирательной комиссии Кировской области от права совещательного голоса. Также законодатель не наделил избирательную комиссию Кировской области правом отстранять какого-либо члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса или с правом решающего голоса, тем более, от участия в заседании избирательной комиссии Кировской области. Мне, как профессиональному юристу, возьму на себя смелость так утверждать, до сего момента, до вчерашнего дня, представлялось абсолютно очевидным то, что оспариваемое постановление принято с нарушением закона. Представляется мне сейчас это же самое и в настоящее время, что данное постановление оспариваемое принято с нарушением закона, принято с превышением установленных законом полномочий, подлежит отмене. Тем не менее, я вижу, что избирательная комиссия Кировской области будет пытаться доказать, что какое-то поведение гражданина Российской Федерации, совершеннолетнего, дееспособного, 1977 года рождения, не имеющего каких-либо ограничений для того, чтобы быть членом избирательной комиссии с правом совещательного голоса. Так вот, я вижу, что избирательная комиссия будет убеждать суд, что имеются некие основания для отстранения члена избирательной комиссии сначала от дальнейшей работы комиссии, и последующие действия полиции в том числе демонстрируют, что именно на это и было направлено постановление, чтобы член избирательной комиссии Долгих не мог принимать участие в работе, а, как говоря, прямо знакомиться с подписными листами кандидата Белых и Жданова. То, что я очень хотел и какие заявления подал. И... У вас еще было время дополнения. Да, все, я поймал и заканчиваю. Уважаемый суд, мне представляет... Во-первых, мое поведение не выходило за рамки общепринятого поведения. Я согласен с тем, что мое поведение выходило за рамки принятого стандарта избирательной комиссии Кировской области. Но мое поведение направлено исключительно на защиту своих прав. Прав человека, прав гражданина и прав члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса.
Я не стал даже пытаться заявлять ходатайство, приобщить к материалам дела все видеозаписи, которые я сделал, как в ходе заседания избирательной комиссии Кировской области, так и вне заседания, когда я, в частности, подавал заявление и просил предоставить мне право для ознакомления с документами. Право это гарантировано законом, оно безусловное. Оно не требует каких-либо дополнительных заявлений, оно не требует каких-либо согласований. Это право безусловное. И сейчас я понимаю, что мои слова ничем не подкреплены, но, тем не менее, я их произнесу и надеюсь, что они каким-то образом повлияют на формирование внутреннего убеждения суда. Уважаемый суд, я профессиональный юрист, я индивидуальный предприниматель, осуществляю деятельность в области права, это основной вид моей деятельности, код по ОПЭД 74.11. Я профессионально занимаюсь юриспруденцией, я оказываю юридические услуги как гражданам, так и организациям. Я общественный деятель, я член общественной избирательной комиссии Кировской области. Был экспертом общественной палаты Кировской области. Я политик, я участвую в выборах. Я взрослый человек, мне 37 лет, у меня трое детей. Мое поведение, каким бы оно ни было и как бы оно кому не нравилось, оно находится в рамках дозволенного в любом случае. Если мой напор и стремление отстаивать свои права, а также права других граждан, кому-то не нравится, я убежден, что это личная проблема того, кому это не нравится. В любом случае, мое поведение не нарушало закон, что подтверждали сотрудники полиции, которых я вызывал, и вызывала в том числе председатель Ирина Верзилина. Если бы был нарушен закон, несомненно, уже были приняты меры, и я был бы привлечен к ответственности. Этого нет и не будет никогда, потому что я закон не нарушаю. Я законопослушный гражданин, кроме того, профессиональный юрист, и мне репутация моя очень важна. Но в любом случае, какими бы ни были основания, по мнению избирательной комиссии, отдельных членов избирательной комиссии, и даже если были бы основания, я убежден, что избирательная комиссия Кировской области не имела права, не имела полномочий принимать решение об отстранении. Они могли обратиться в полицию, они в полицию ни разу, уважаемый суд, не обращались. В полицию обращался только я для защиты своих прав. Мной подано несколько заявлений о возбуждении дела в административных правонарушениях по статье 19.1 КАП РФ «Самоуправство». То есть, когда мне не выдавали сначала удостоверение, потом отказывались принимать заявление, знакомить с документами и так далее. Председатель избирательной комиссии Верзилина единожды вызвала полицию. Это после того, как раз было принято оспариваемое постановление, она прекратила заседание и вызвала полицию для того, чтобы меня вывели, физически вывели. Я тоже тотчас же, после того, как она вызвала полицию, позвонил дежурную часть МВД России по Кировской области и сделал устное заявление о возбуждении дела об административном правонарушении, очередное заявление, к сожалению, как раз о возбуждении дела по статье 19.1 самоуправства. Прибыл наряд, я был и морально готов, и не желая этого, но морально был готов к задержанию. Я сразу сказал, что я добровольно не покину помещение, кабинет номер 101, в котором проходило заседание, потому что я не обязан его покидать. К сожалению или к счастью ли, Ирина Геннадьевна Верзилина решила прервать начатое вновь заседание, и таким образом исчезли основания для моего вывода, и все просто покинули это помещение. Но, уважаемый суд, я прошу вас понять, вот какой накал человеческих эмоций творится в настоящее время. Я понимаю, что идет кампания. Возник новый член избирательной комиссии Кировской области в моем лице. Возник тот член избирательной комиссии Кировской области, который знает закон. Я возьму на себя смелость утверждать, что я знаю закон лучше, чем действующие члены избирательной комиссии Кировской области, даже с правом решающего голоса. Я делаю то, и делал, и буду делать то, что считаю нужным. Буду реализовывать, во-первых, свои задачи, во-вторых, те задачи, которые ставит передо мной как член избирательной комиссии кандидат Мамаев. В частности, мне необходимо ознакомиться с подписными листами. Право на это у меня есть, оно гарантировано законом. Мне всячески препятствовали в праве ознакомления, вот утверждает представитель комиссии, что направлялась бумага с предложением ознакомиться в определенный период. Я действительно получил вчера бумагу, которая мне разрешала, милостиво, любезно разрешала Верзилина ознакомиться с подписными листами 13-го с 10 до 11. Я получил письмо 13-го. Но даже если бы я получил эту бумагу раньше, уважаемый суд, что бы это изменило? Никто не может мне предписывать, в какое время прийти и знакомиться. Я в любое рабочее время, в моем представлении, имею право прийти и ознакомиться. Но в любом случае, сейчас даже речь не об ознакомлении, а о том, что мне препятствовали в осуществлении иных прав. В том числе в праве даже не только получать копии, а знакомиться с документами избирательной комиссии, реализовывать то право, которое закреплено в законе. Уважаемый суд, я прошу вас принять во внимание вот основной мой довод,
даже единственный мой довод о том, что оспариваемое постановление принято избирательной комиссией Кировской области с превышением полномочий, и что избирательная комиссия Кировской области не имела полномочий, не имела права принимать такое постановление, даже с учетом внесенных изменений. Прошу вас удовлетворить заявление кандидата Мамаева полностью. Подождите, вопрос, так, скажите, пожалуйста, вы пояснили, по-моему, это сейчас было разбирать. Вы 9 числа приходили в здание, где находится избирательная комиссия. Совершенно верно. 9 сентября. Для чего вы так? Я приходил подать несколько заявлений, как член избирательной комиссии Кировской области. Какие-то заседания, еще что-то подойдите, были назначены, знали об этом или еще что-то? Нет, меня никто не извещал и не сообщал о том, будут ли какие-либо заседания 9 сентября 2014 года. Насколько мне известно, 9 сентября 2014 года каких-либо заседаний избирательной комиссии Кировской области не проводилось. Но это лишь мое предположение. Вас 9 числа не пропустили, а то, о чем было зафиксировано, было зафиксировано, в том числе на регистре. Да, уважаемый суд, то есть меня не пропустили в избирательную комиссию, ни в кабинет номер 101, который специально для меня определен как помещение избирательной комиссии, чтобы меня дальше не пускать, ни, соответственно, на второй этаж, то есть меня вообще не пропустили в здание. И это совершенно четко видно на видеозаписи. 10 сентября, 11 сентября 2014 года вы приходили в здание избирательной комиссии, в здание, где расположено избирательной комиссии. В один из дней 10 или 11 сентября 2014 года, я сейчас затрудняюсь точно назвать, я принес в избирательную комиссию Кировской области уведомление избирательного объединения Кировского областного отделения политической партии Коммунистической партии Российской Федерации о назначении, об отзыве предыдущего члена и о назначении меня членом от данного избирательного объединения. Я, уважаемый суд, считаю, что это было вечером 10 сентября 2014 года. Это было, мне кажется, около 17 часов 10 сентября 2014 года. 11 сентября... Мне кажется, что я не посещал избирательную комиссию и здание. Вы уже в этот момент посещали данное здание как член избирательной комиссии? Нет, меня снова нет. Уважаемый суд, спасибо за вопрос. Меня снова не пропустили, и мне пришлось звонить в избирательную комиссию Кировской области, и секретарь избирательной комиссии, я не работник парада, не секретарь избирательной комиссии, а работник парада, непосредственно специалист, который принимает заявление, специалист спустился вниз и принял у меня данное заявление непосредственно внизу. То есть меня вновь не пропустили в избирательную комиссию Кировской области. Уважаемый суд, еще хочу дополнить. Ведь речь идет не только о том, ведь, может быть, я недостаточно подробно высказался. Я считаю, кандидат Мамаев считает, что нарушение избирательных прав заключается не только в том, что члены избирательной комиссии не пропустили в избирательную комиссию. Это вопиющее нарушение, и оно самое очевидное. Недопуск, непосредственно помещение. Есть еще общее так называемое нарушение, то есть член избирательной комиссии был лишен права реализовывать свои полномочия, в частности, знакомиться с документами и материалами. То есть есть ряд полномочий и прав у членов избирательной комиссии любого уровня, как право решающего, так и право совещательного голоса, и член избирательной комиссии, Долгих Антон Витальевич, был лишен возможности осуществлять, реализовывать эти права. Ведь кроме того, уважаемый суд, согласно оспариваемому постановлению, а также согласно постановлению о внесении изменений, предписывалось уведомить территориальные избирательные комиссии о том, что принято такое постановление. И, соответственно, я не мог реализовывать свои полномочия в нижестоящих избирательных комиссиях, в городской, в ТИКах, в УИКах, потому что уже всем было известно о том, что принято вот такое постановление. Ну а так как это постановление никто не обладает полномочиями толковать, к сожалению, ни сотрудники полиции, ни члены и председатели нижестоящих комиссий, то, соответственно, мое право нарушалось. Как минимум, оно нарушалось в течение 3 дней, но я считаю, что эти права, и кандидат Мамаев считает, этого имени я сейчас говорю, что права члена избирательной комиссии Кировской области, назначенного кандидата Мамаевым, нарушаются по сей день, с 8 сентября по сей день. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас сведения, был ли кандидат, может быть, кандидат Мамаев, еще о принятом постановлении и о его тексте? Ну, конечно, сведения есть. Кандидат Мамаев не был извещен. Я сейчас говорю, опять же, от имени кандидата Мамаева. Кандидат Мамаев не извещен о том, что вот
своевременно не был извещен о том, что издано такое постановление. Безусловно, впоследствии я ему об этом сообщил. Точную дату я назвать сейчас затрудняюсь. Наверное, это было 9 сентября 2014 года. По значит, постановлению, в котором вносились изменения, есть ли у вас мнение? Нет, уважаемый суд. О том, что принято такое постановление, мне и, соответственно, кандидату Мамаеву спустя короткое время стало известно только вчера в ходе судебного заседания. То есть, когда вчера было представлено вот данное постановление о внесении изменений, оно меня довольно сильно удивило. Я, честно говоря, ожидал нечто подобное. И я думал, что избирательная комиссия, посовещавшись с ЦИК, позиция ЦИК неизвестна, правовая позиция, в настоящее время выслано письмо, к сожалению, оно еще не успело прийти, но если вдруг каким-то образом в удовлетворении данного заявления Мамаева будет отказано, в апелляционную инстанцию, конечно же, мы правовую позицию ЦИК представим. И в этой правовой позиции четко указано, что комиссия вышла за пределы своих полномочий и не имела права принимать такое постановление. Так вот, избирательная комиссия, на мой взгляд, не найдя в себе силы отменить постановление, что было бы правильным, единственным верным решением, хотя и запоздало, комиссия решила внести изменения. Но и то, на мой взгляд, не хватило у них знаний и понимания сути закона, что же следует сделать. Комиссия, во-первых, своим решением о внесении изменений отстранили от участия в конкретном заседании члена комиссии, что тоже недопустимо. Каковы бы, по мнению членов комиссии, не были основания. А основания, я еще раз подчеркиваю, не было. Нет ни до одного постановления или решения о привлечении Владимира Витальевича к какой-либо ответственности. И, соответственно, оснований быть не может. Все остальное – это домыслы. Скажите, все-таки какие избирательные права непосредственно кандидата были нарушены, непосредственно кандидата были, ну, когда выступали, может быть, немного говорили больше о себе, о кандидате, были нарушены принятием своего постановления с учетом его текста о том, что положено Мамаеву ввести, насколько я помню, там, в состав избирательной комиссии своего нового. Уважаемый суд, дело в том, что вот, возможно, показалось, что я говорил себе, но это исключительно из-за того, что в одном лице сочетается представитель, член избирательной комиссии, третье лицо. Вот в чем дело. Если бы на моем месте был другой представитель, то, конечно, такого ощущения бы не возникло. Я вот сейчас выступал как представитель кандидата Мамаева, как представитель заявителя. И все, что я говорил, пусть и о себе, но я говорил как представитель. И от имени Мамаева, вот в чем дело. Я объяснял, в чем, как раз я частично объяснил, в чем же заключалось нарушение, но сейчас я дополнительно еще поясню. Для того, чтобы я конкретно указал, я должен, опять же, обратиться к закону и сослаться на пункт 28 статьи 2 Федерального закона 67 ФЗ. В соответствии с данным пунктом, избирательное право граждан, это конституционное право граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы государственной власти, а также, вот здесь, уважаемый суд, прошу вас обратить внимание на формулировки, а также право участвовать в наблюдении за проведением выборов, работы избирательных комиссий, включая установление итогов голосования, определение результатов выборов, в других избирательных действиях в порядке, установленном Конституцией Российской Федерации, настоящим федеральным законом и так далее. Уважаемый суд, это, конечно, общая формулировка, но что есть избирательные права? Во-первых, я уже остановился на этом, у кандидата есть право, четко определенное законом, право назначать одного члена комиссии. И как раз гарантией его независимости и гарантией деятельности этого члена комиссии является невозможность его какого бы то ни было исключения. Единственная возможность, предусмотрена для самого субъекта назначения, для самого кандидата, это замена, отзыв и назначение другого члена комиссии. Таким образом, было нарушено вот именно это основополагающее право, право назначать. То есть, право назначать член комиссии, то есть, в моем представлении, в моем понимании, кандидат назначил член избирательной комиссии, а избирательная комиссия отстранила данного члена, нарушив таким образом данное право. Через назначенного им членом комиссии кандидат может осуществлять действия, избирательные действия в том числе, которые направлены для реализации кандидатом своих избирательных прав, уже широкого спектра прав. Так, например, член избирательной комиссии вправе в том числе участвовать в заседаниях комиссии, а именно этого права и был лишен член избирательной комиссии Владимир Антонович, как оспариваемым постановлением, так и постановлением
вернее, как оспариваем постановление в первоначальной редакции, так и уже в измененной редакции, в последующей редакции. То есть этого права член избирательной комиссии, назначенный кандидатом, был лишен. Это даже не требует подтверждения, потому что это, собственно, подтверждает непосредственно постановление о внесении изменений. Также член избирательной комиссии Кировской области, который был назначен кандидатом, не мог непосредственно попасть в помещение, занимаемое избирательной комиссией Кировской области, для того, чтобы реализовать уже свои права как члена избирательной комиссии Кировской области. И мне уточнить немножко. Вы говорите о себе, как о члене избирательной комиссии. Нет. Назначенном Мамаеву. А если бы пришел, я извиняюсь, Петрова, там, Сидоров или еще кто-то с уведомлением, что Мамаев назначает членом избирательной комиссии, право сочетать на голос, вот это лицо. И об этом ключе спрашивал, в чем нарушение избирательных прав для Мамаева. Объясню. Насколько я понимаю, постановление предложено ему. Рекомендовано. Рекомендовано. Уважаемый суд, понял я ваш вопрос. Вот в моем представлении, я сейчас говорю от имени кандидата Мамаева, как его представитель, кандидат выбрал того гражданина Российской Федерации, который не обладает ограничениями для того, чтобы быть членом избирательной комиссии, дееспособного, совершеннолетнего, он выбрал именно того гражданина, который, по его мнению, по своим профессиональным качествам и личностным характеристикам и человеческим, способен представлять его интересы в этой избирательной комиссии в условиях этой совершенно ужасной и безумной с точки зрения закона, пусть не юридического термина, но избирательной кампании. Он выбрал именно Долгих Антона Витальевича, он его назначил. И, к сожалению, я не принес с собой, но кандидат Мамаев 10-го, если я не ошибаюсь, числа направил в избирательную комиссию Кировской области, 10 сентября 2014 года, направил в избирательную комиссию Кировской области уведомление о том, что он считает назначенным членом избирательной комиссии Кировской области Долгих Антона Витальевича, о том, что он не желает назначать ни нового, ни другого члена избирательной комиссии Кировской области. Дело в том, что в законе указано другого, а в постановлении назначить нового члена. Ну вот он указал оба, что ни нового, ни другого назначать он не желает. То есть он желает реализовывать, продолжать реализовывать свое право иметь в избирательной комиссии Кировской области уже назначенного кандидата. Я согласен с вами, что кандидат Мамаев имел возможность, вернее, не возможность, ему законом предоставлена возможность отозвать полномочия у ранее назначенного члена комиссии и передать эти полномочия другому. Но это полномочия, в моем представлении, дано законодателям для того, чтобы в случае, если вдруг назначенный кандидат перестает его почему-то устраивать, кандидат может это право реализовать. Кандидат и в своем заявлении, которое сейчас рассматривает уважаемый суд, и в письме избирательной комиссии Кировской области прямо заявил, что он не желает назначать другого члена избирательной комиссии Кировской области, а также прямо заявил, что он считает действующим членом.